Всем привет, ребята, меня зовут Споди Дудиду, это красный одноглазый шарик Циклопчик, и он находится в каком-то магическом мире, очень странном, может даже космическом, а не магическом. В общем, смотрите, какие нас тут поджидают негодяи. Сейчас они меня заметят и будут взрываться. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, кем они взрываются, маленькими квадратиками. Вот это да, вот это, я думаю, вам очень понравится. Так, ну что ж, наш одноглазый шарик отправляется в очень интересное приключение. Хоп. Так, я тут вижу ключик, который мне уж точно понадобится. Теперь прыгаем вниз. Тихо. Давай-давай, шарик. А внизу у нас что? Внизу у нас есть вот эти вот звездочки. И нас тут уже поджидают. Ку-ку. А! Что? Что? Нам не хватило совсем капельки, чтобы запрыгнуть наверх. Все, теперь, я думаю, хватит. Отлично. Просто замечательно. Ну что, ребята, теперь будем берем ключик. Ключик мы взяли, осталось только наверх забраться-то. Хоп. Ай, давай. Так, а что тут у нас? А, это ж мы оттуда пришли. Значит, отправляемся вниз. Так как мы находимся уже намного глубже, поэтому нужно быть осторожнее. А то вдруг какое-то чудище тут выскочит на меня. Что мы будем делать тогда? Ой, а ну-ка. Оп, всё, звездочки лучше я заберу сейчас. А то потом еще вдруг забуду. Хоп. Сюда мы тоже добрались, можем ехать. Уху, хоп-ле. Вот это прыжочек неплохой такой был. Так, смотрите только. Ой-ой-ой, бежим от него, бежим. Вот эти маленькие его помощнички заденут меня еще. Не хочу я попасться под его колючки в виде таких квадратов. А, все, давайте туда тележку столкнем. Эх. Эй! Что? Только не говори, что ты не можешь пролезть. Все, ты можешь, тележка. Так, отлично. Тележку мы еще вон туда толкнем, пускай она будет там стоять. Чтобы, знаете, упала там на голову кому-то, какому-то злому квадрату. Заметил. Так, тихо. Отстань ты, все равно я от тебя смогу убежать. Так, замечательно. Вот. Что? Что? Из-за этой тележки мы застряли. Вот так вот, ребята, не делайте себе яму, не копайте, а то сами в нее упадете. Так. Ну, это все о пакостях, а мы продолжаем. Продолжаем. Поэтому, ребята, в любой ситуации лучше оставаться добрыми и хорошими. И всегда делать по уму. Точнее, размышлять. Раздумывать. А-а-а! Чего? А как мы так высоко подпрыгнули? Что? Вы видели? Мы вообще как подлетели, как будто. Вот это интересно, что у шарика есть двойной прыжочек. Ладно, проверять не будем, а пока что поехали туда. Так, едем. Берем тут все, и сейчас его задам, этого малыша. Ну-ка, лопни. Все, ребят, мы с ним справились. Теперь сейчас будем отправляться прямо вот сюда. У-у-у, круто, все звездочки теперь наши. Так, тут есть флажочек. И мы можем с помощью него потом... Ай-яй-яй, там появиться. Так, ты чё взрываешь своими маленькими квадратиками меня, а? Так, тихо, покажемся ему. Не-не-не, бежим. Хм, хорошо, что мы успели от него удрать, а то бы он бы нас поймал, этот злодей. Так, звездочки мы тоже позабирали, а значит отправляемся сюда. У-у-у! Что-то высоко. Так, а тут теперь надо. Хоп. Ой, достали. Берем наш ключик, звездочку, ребятки. И фух, проход открыт, но мы, наверное, посмотрим, что здесь. А, мы тут были тогда, ребята. Тогда мы никуда пока еще не пойдем, а немножко остановимся тут. Разобьем лагерь, так сказать. И встретимся мы, наверное, в следующей серии, ребятки. Так что с вами был Споди Дудиду. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и будьте всегда добрыми. Ну что ж, ребята, всем пока. А самый нетерпеливый может посмотреть продолжение на моем канале.
Всем привет, ребята, меня зовут Споди Тоти Ду, и мы сейчас пройдем с вами за один раз всех боссов, так что смотрите до конца, а в конце будет босс из новой части. Обязательно, ребят, смотрите до конца. Так, и вот наш первый босс, а ну-ка сейчас ты получишь. Не пропустите. А если вы еще не видели подземелье, то посмотрите на моем канале. Там есть эти серии. Так. Прям так и написано. Новый красный шарик 4 версии 5. И там называется подземелье. Или... Так. Тихо. Давай первый босс. Все. Успокойся. Вот, ребята, мы победили первого босса. Ба-бам! И он у нас взорвался. Ура! Так, а вот наш второй босс. Посмотрим, на что способен он. Так, быстренько перепрыгиваем его пилы. Это у нас, ребята, босс-ниндзя. Сейчас мы с ним точно справимся. Так, давай, прыгай. Ничего у тебя не получится. Отлично. Такой ударчик. Ну что ты теперь мне скажешь, злодей? Опять свои пилы будешь посылать? Да ничего они тебе не помогут. Все равно я знаю, кто у вас самый главный. Это босс подземелья. Там, где прятались все самые злые черные квадраты. Так. Ух ты, давай. Ой, успели, ребята, смотри. Давай, красный шарик. Ты сможешь победить всех боссов прям-таки сразу. Так, перепрыгиваем. И ждем, пока он начнет что-то делать. Так, он за нами прыгает и сейчас, наверное, будет посылать своих помощничка. А ну-ка, сейчас мы это узнаем. Ой, смотрите, ниндзя, привет. Ты что, помощничек красного шарика, да? Думаешь, ты красный крутой... Ой, какого красного шарика, ребят? Черного злого квадрата. У красного шарика есть помощнички, но они вместе не ходят, потому что красный шарик — это отважный и смелый персонаж. Они вот эти вот боссы непонятные, которые один на один не хотят сражаться. Ой, еще одного ниндзя послал. Так. О. Получай, злодей. Так. Мне даже достижение дали. Карате пацан. И куда ты попрыгал? Я ж тебя сейчас могу победить. Бам, ребята! Вот мы и прошли еще одного босса. Круто ведь? Круто. Вау, смотрите, как он взорвался. Ба-бах! Ура! И вот он, ребята, третий босс. Босс на мрачной фабрике. Сейчас и с ним мы тоже расправимся. Наш красный шарик сегодня в ударе и сможет побить всех этих злодеев. А ну-ка, получай. Так, справились и с ним тоже. Вот, даже достижения дают. Чистая победа. Так. Тихо. А, нет, почему меня задавило-то? Так, аккуратно. Аккуратненько. Хоп. Работает. Так, ой. Фух, аккуратненько. А, чуть не задавило, ребята. Ну, совсем чуть-чуть. Так. Вот он вылез, злодей этот. Что ты от меня хочешь? Так. Как-то он слишком меня ударил. Босса намыло. Так, а ну-ка. Что? А ну-ка, попыточка номер 2. Сейчас мы этого босса победить сможем 100%. Так, ну-ка, давай. Давай, подрывнички, подходим, помогаем подрывать этого злого и огромного босса.
Так, давай, красный шарик, тебя еще два босса ждут где-то, да? Два босса, представляете, лунный и подземельный. Это ж вообще страх. А ну-ка давай, покажи, на что ты способен, злодей. Хоп. И все, ребята, этого босса мы тоже смогли победить. А ну-ка взрывайся. Ба-бам, ура, круто. Так, а на очереди у нас лунный босс. Ну что, злодей, что ты от меня хочешь? Ты хочешь, чтобы я тебя победил, да? Получи, получи мой удар красного шарика. Босс еще победить. Ой, ты что это такое делаешь, а? Гоняется за мной. Так, нет, нет, нет. А, все-таки попал. Ух, ты что, хотел несколько раз попасть? Так, ребята, одна жизнь у меня и одна жизнь у него. Ну, конечно, конечно же, победит какой-то босс. Так, давай, прыгай. Прыгай, прыгай, прыгай. На меня, получай. Так, справляемся. И еще один удар, ребят, остался против трех моих жизней. Я думаю, у нас больше шансов. Все, ребята, сейчас мы его победим. Получай, ура! Вот мы его тоже прошли и освободили Луну. А на очереди у нас последний босс, босс подземелья. Он, конечно, самый огромный, просто целая громадина какая-то. Так, тихо-тихо, куда это ты катишься, босс подземелья? Что ты хочешь-то, чтоб я тебя победил, да? Так-так-так, а ну стой, Луна в безопасности? Ну, конечно, Луна в безопасности, только при чем тут сейчас, это если я вообще с другим боссом-то сражаюсь. С боссом подземелья, который очень опасен. Смотрите, какие у него колючки. Чё? Это как мы не попали? А, камни только посередине появляются, оказывается, представляете? Так, быстренько, быстренько. Тихо. Давайте, давайте, сейчас его третий раз. Так. Он по нам стрелять пытается. А мы вот так вот поднимемся, и ты получишь, злодей. Все, ребята, сейчас мы его победим. У-ху, получай последний босс. Так, мне тут еще освободить надо кое-кого. И мою невозлюбленную, которая у меня появилась. Вон она спускается. Ой, это было не очень круто. Так. Тихо. Тихо. Да как можно было опять попасть? Так, мне нужно три ключа собрать. Три ключа это, конечно, немало. Так, 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 тихо. Да хватит не попадаться на эти штуки. Все, быстренько, быстренько. Ура, дорогая! Все, ребята, мы ее вытащили из плена, наконец-таки, и прошли всех боссов. Я надеюсь, вам понравилось, и вы поставите лайк. С вами был Спуди Дадиду. Подписывайся!